Германии возник дефицит вакцины от COVID-19. Министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что эта предыдущая администрация заказала слишком мало прививок. Также он рассказал о новых правилах въезда в ФРГ в следующем году. Первое условие – ПЦР-тест, второе – карантин. Так, до получения отрицательного результата на COVID-19 нужно будет оставаться в изоляции. Вакцина «Спутник Ви» опять не сертифицирована в Германии и в других странах Европы. По некоторым данным, Россия еще не передала Всемирной организации здравоохранения все необходимые документы для оценки препарата. К другим новостям. В метро Берлина начали продавать съедобные билеты с коноплей. Транспортники уверяют, что подобные добавки безвредны. За одноразовый такой билет придется выложить почти 9 евро. Высокая цена объясняется тем, что билеты пропитаны конопляным маслом и изготовлены из особой съедобной бумаги. Самая популярная рождественская песня в Германии – хит Марайи Керри «Все, что я хочу на Рождество – это ты». Композиция написана в 1994 году, недавно преодолела отметку в миллиард прослушиваний на сервисе Spotify. На втором месте композиция «Прошлое Рождество» группы Wham. На третьем – трек Шейкина Стивенса «Счастливого Рождества всем».